Всем привет! Сегодня у меня будет немножко карантинное видео о том, что находится в моем холодильнике. Холодильничек у нас вот здесь. Сразу скажу, что его содержимое немножко не характерно для обычного положения вещей, потому что мы на днях съездили в супермаркет, это был выходной, простояли в очереди там снаружи 2 часа и подумали, что почему бы нам не закупиться сразу на, ну, хотя бы на 2 недели вперед, чтобы потом не нужно было туда снова ходить. Поэтому мы прилично так затарились. Ну, если честно, не все, наверное, то, что мы купили, лежит в холодильнике, но тем не менее. Еще из отличий этого видео, это то, что я из холодильника, перед тем, как снять это видео, ничего не убирала. Там осталось несколько штучек, которые здесь жили родители моего парня в этой квартире, и они, какие-то вещи остались от них, но они просто там лежат. Давайте смотреть. Я сейчас, наверное, сама много чего интересного там найду. Ну что, погнали? О, да. Вот так выглядит все. Если быстро... Ну, я говорю, мне кажется, здесь не очень много всего лежит-то. Давайте начнем с верхней полки. Так, здесь у нас мини-кабачки. Это Джейми купил, это не я, такой не ем. Спаржа, 2 упаковки. Любим пасту со спаржей или ризотто какой-нибудь. А, упаковка грибов. Оливки, вчера их начали. Вот этот соус, по-моему, Джейми его ест с... чипсами этими, тортильи. Это осталось от родителей, его оно очень вкусно. И вот там sun-dried tomatoes, как это, вяленые томаты, тоже вкусняшка. Вот здесь остатки дрожжей, из которых Джейми делал круассаны. Здесь несколько бутылочек с тоником, он из них делает коктейли. Здесь пусто. Мясомолочная ферма у нас здесь. Сливочный сыр для лосося, а потом вот там несколько упаковок сметаны и сливки. Сметану я купила, потому что буду делать сметанник, очень логично. Там какая-то горчица, да, дижонская, вот это жир, по-моему, говяжий, хумус, еще какая-то банка неизвестного происхождения, не моя. Сосиски. Я такой тоже не ем. Это Джейми купил. Да, 2 упаковки колбасы. Салями. Упаковка бекона. Еще 1 упаковка бекона. Здесь, мне кажется, растопленное сливочное масло. Вот какой-то готовки осталось. Лосось. Нижняя полка. Здесь курица, мы ее запечем. Это, я даже не знаю, как это называется. Ликс по-английски. Котлетки для бургера. Это моя банка с оливками. Это мой любимый йогурт сиротливый. Мне кажется, у меня был второй, но, наверное, я его съела. Виноград. Еще один йогурт. Этот мне не так сильно понравился. Вот этот просто обожаю. Заскриньте себе. Там, а вот, там кусочки этого... Passion fruit, маракуйя. Вкуснейший сырный отдел. Мы очень любим сыр. Здесь остаток чеддера. Еще один новый чеддер. О боже, вот это обожаю. Грияр, как он так называется. Меня Джейми с ним познакомил. Он просто очень вкусный. Сыр не курильщика, а здорового человека выглядит вот так. Грияр, не помню. Это мой бри. Еще один. Моцарелла. Заканчивающийся голубой сыр. И заканчивающийся пармезан. Унылый фруктово-ягодный отдел с голубикой и клубникой. Более жизнерадостный овощной. Тут сельдерей. Я готовила лазанью с ним. Морковка. Перец. Перец я не ем, это Джейми купил.
маленький салат. Еще один салат. Это для овощного рагу такая очень удобная смесь. Их две у нас. Остаток огурца. Остаток руколы. Кстати, надо добавить. Давайте сбоку пройдемся. Здесь всякая зелень. Базилик, тимьян, петрушка, пачка масла, чатни. Я это не ем. О, лавровый лист. Красная икра. Это подарок мне, но я ее не ела. Я не уверена, что это был подарок. Здесь несколько банок, которые не наши. Ну, это, по-моему, такая обычная соусная полка. Кетчуп, майонез. Еще майонез. Это мой авокадо, который я начала. И здесь напитки. Это кокосовое молоко. Очень вкусное, кстати. Это кокосовая вода. Овсяное молоко тоже вкусное. Бутылочка вина почти приконченная. Обычное молоко. И разные соки и смузи. Вот такой морковно-цитрусовый. Зеленый Джейми пьет. Что-то он подсел, поднимает себе, наверное, иммунитет. Еще вот такой ягодный. Тоже ничего так. Наверное, немножко странно, что у нас нет ничего из готовой еды. Сегодня все закончилось, все доели. Я прямо сейчас готовлю лазанью. Наверное, на пару ужинов хватит, еще часть заморожу, потому что здесь огромная кастрюля, которую я готовлю. Я очень извиняюсь за бардак, но это я вот такой наделала. И сейчас еще покажу содержимое морозилки. Тут у нас небольшие запасы на черный день. Замораживаем хлеб. В России так никогда не делала. Здесь все так, все его замораживают, и это прикольно. Вот там всякие куриные бульоны. Это тоже замороженный хлеб. Блинчики. Масло сливочное. Здесь мороженое. Малина замороженная. Картошка фри. Остаток пудинга йоркширского. Еще картошка фри. Там какие-то готовые блюда. Это не наши. Горошек. Здесь брокколи или шпинат, что-то из этого. Тоже горошек и всякие хлеба еще замороженные. Надеюсь, было интересно посмотреть такой маленький сникпик насчет того, что находится у меня в холодильнике. Я сама обожаю такие видео. Всегда что-нибудь наблюдаю, как мне кажется, что странное, люди едят или не едят. Кстати, интересная тема. Англичане не держат яйца в холодильнике. Они их держат снаружи. Что вполне логично, учитывая, что в магазине они обычно в холодильнике не хранятся. Но вот в России у нас я всегда хранила в холодильнике. Сколько я помню, мне кажется, все в России хранят яйца в холодильнике. А здесь вот нет. До встречи в следующем видео. Чао!